Одна пропущенная запятая, точка или неверная цифра, и счет за электричество больше в 10 раз. На бумаге, которую клиент из Ижмы отправил коммунальщикам, вместо цифры показаний 400 он написал аж 4000. Однако такой ошибки можно избежать, уверены в Коми энергосбытовой компании, если воспользоваться электронным сервисом. Удобно для передачи показаний. Например, в личном кабинете, вот если бы этот гражданин передавал в личном кабинете показания, он бы видел свои предыдущие показания и никогда бы не допустил ошибки, которую он допустил, когда принес на бумажке. Передать данные максимально точно можно в личном кабинете на сайте компании или с помощью терминала. Если по каким-то причинам у вас нет доступа к интернету, вы можете сообщить показания прибора по телефону для автоответчика. Для пожилых граждан компания предоставляет услугу «Обратный звонок». Специалисты сами обзванивают в период передачи показаний тех, кто в этом нуждается. На брифинге Елена Борисова также рассказала, что были проверены начисления и по другим жителям Ижмы. 12 адресов, но в этом адресе есть и тот гражданин, то есть там 11 получается, которые мы проверили за вчерашний день. Основная причина больших сумм, которые были отражены в квитанциях, и они все посчитаны корректно абсолютно, это основная причина несвоевременность передачи показаний приборов учета. Главное – передавать показания вовремя. Точные квитанции – это еще и результат регулярной проверки счетчика на исправность. Кроме того, некоторые счета зависят от количества жильцов дома, поэтому если по каким-то причинам их стало больше или меньше, об этом нужно своевременно сообщить в компанию, предоставив справки. Евгения Гладкевич, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган».